Сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир багатьох поколінь, хто загинув у Другій світовій війні. Вся громадськість вшановує пам'ять тих, хто боровся проти нацизму. Шануємо пам'ять тих, хто загинув у Другій світовій війні. Державною відзнакою, медаллю захиснику вітчизни нагородити старшину Рябенкова Євгенія Юрійовича. Вихідний день, неділя, 22 іюня. Гуляли по городу, тепла погода. І батько зо мною гуляв, бо мама на роботі була. І тут об'явили Молотов по репродуктору, об'явили, що почалась війна. Отець мене відніс домой і в воєнкомат. И поскольку он занимал должность руководящую, он был председателем артели, работал с людьми, ему сразу одели петлицу, он не был военным. Он стал военным в годы войны. Тогда все добровольные шли сами в военкомат люди. Но страшно было, когда мы ехали с Хмельницкой области до Винницы, а потом аж в Полтавскую область на лошадях. Конечно, было страшно. Гудели самолеты, и это самое. И мама хватала нас и убегала в поле, в кусты, там, что по дороге было, и ложила нас и сверху сама. И так все убегали, потому что стреляли и с пулеметов, и бросали бомбы в нас. А потом доехали мы до Винницы без папы. Отец оставался еще. Свою работу делал. Доехали до Винницы. Винница уже горела. Мы уже на поезд не могли попасть. Должны были сесть на поездом, ехать дальше. Куда нас везли, мы не знали. Нас везли. Но мы не сели. И отец уже мы там, я знаю, сколько там были, может, неделю, может, два дня, я не знаю, сколько там они были в Виннице, прятались там в лесу,